Дональд Трамп ответил на вопрос о Крыме. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп переадресовал Бараку Обаме вопрос о том, должно ли мировое сообщество признать Крым российской территорией. Об этом сообщает Fox News. Вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым, сказал Трамп. При этом Трамп не уточнил своей позиции по данному вопросу, отметив лишь, что она, возможно, была бы не такой, как у Обамы. Ранее Дональд Трамп сообщил о желании подписать коммюнике по итогам саммита G7. На саммите президента Соединенных Штатов Америки заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в G8. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Итак, Рамблер предоставляет нам возможность проголосовать. Значит, вопрос звучит. Дональд Трамп симпатизирует России или ведет игру против нее? И три варианта ответа. Первое. Симпатизирует. Он делает шаги в сторону сближения с Москвой. Второе. Играет против России. Позитивное заявление только блеф. И третье. Трамп может принять любую сторону в зависимости от ситуации. Ну, на мой взгляд, действительно, Трамп может принять любую сторону в зависимости от ситуации. И 55% наших соотечественников, проголосовавших соотечественников, со мной абсолютно согласны. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях. И давайте мы с вами вместе посмотрим, какие же комментарии пишут. Бумеранг возвращается, автор. Пишет, от бессилия Обама сказал, Россия заплатит высокую цену и отдал приказ Порошенко на уничтожение Boeing MN-17. Посрено, как ловно, пишет, а сама Украина опять не при делах, оказывается, ей Обама управлял. Украинцы нет, это, конечно, не будем читать. Ну, пишите ваше мнение в комментариях.